заживает и превращается в трушных фанатов. Поэтому они бы и для песка сыграли бы, да? Да, давайте немного ближе к сцене. Сейчас мы устроим, как это называется, circle pit, motion и прочее безобразие. Мы просто обязаны это сделать, потому что без этого день города не должен обходиться. Ни один концерт без этого не должен обходиться. Вот, и это будет. Я вижу, что это будет. То есть, так, плюсы группы Rattler пришли. Можно начинать, да, группа Rattler? Группис группы Rattler. Группис. Я сейчас объявлю группу. Поднимите руку, кто тут пришел ради группы Rattler? Руку, а две? А да, ногу? Сейчас, ногу. Три, четыре, пять, нормально, шесть, семь. Нормально. Гена. Кворум собрался. Все, значит, я предлагаю следующее. Я сейчас объявляю эту группу, да, вы ее встречаете. А Гена потом делает свою работу. Он потом расскажет все про группу, про жанр, про все вообще, да, вот раскроет, так сказать, секреты. Итак, внимание, не перевод, тишина в студии, тишина. Перед вами выступит трэш метал. Группа из самого города Днепропетровск, которая называется Rattler! We'll be right back.
спасибо, кто пришел поддержать. Особенно приятно видеть своих боевых товарищей в ваших рядах. Кто был на прошлом отборочном, скажем так, втором дне, тот, наверное, помнит, что означает наше название. А наше название – это просто «Мишинга»! Yeah.
Следующая композиция также связана с войной, посвящается всем тем, кого она никогда не отпустит. Называется она «Dead Soldiers Want Revenge». Встречается повседневно.
Как говорится, не каждого своего врага ты можешь уничтожить, но послать можешь каждого. Вспоминаем всех своих обидчиков. Всех тех, кто выписывал штрафы, забирал завтраки в школе. Поднимаем средний палец, руки вверх, и поем вместе с нами. Fuck off to all my enemies! Сейчас, минуточку.